Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Выбирая метеостанцию для своего дома или квартиры, многие в первую очередь обращают внимание на внешние датчики и объем предоставляемой при этом ими информации. Особенно актуален данный вопрос, если станция будет использоваться в условиях многоквартирного дома. Поэтому в данном обзоре пойдет речь именно о такой метеостанции от фирмы Bresser модели BF7. Станция поставляется в прочной красочной картонной коробке. Все детали аккуратно и надежно упакованы. Комплект поставки включены: базовая станция, радиодатчик температуры и влажности, блок питания от бытовой электросети, а также инструкция. Отмечу сразу тот факт, что корпуса всех составляющих метеостанций выполнены из прочного, надежного пластика и эстетически приятны. Для запуска станции в работу необходимо вначале включить термогидродатчик и расположить его на горизонтальной или вертикальной поверхности. Данная станция позволяет подключить до 3 внешних датчиков на расстоянии до 60 метров. Корпус базовой станции выполнен из серебристого пластика. Его можно укрепить на вертикальной, либо разместить на горизонтальной поверхности. Взглянем теперь на большой экран, визуально разделенный на 3 горизонтальные рабочие области. В крайней левой секции отображается информация о возможных погодных условиях в виде соответствующих пиктограмм, а также гистограмма изменения давления за последние 24 часа. Средняя секция предоставляет информацию о температуре и влажности, измеряемых внешним датчиком, текущем атмосферном давлении, а также уровне комфорта в виде пиктограммы улыбки. Здесь же содержатся индикаторы тенденций изменения данных параметров. Крайняя правая секция экрана для удобства пользователя разделена на 3 вертикальные области. Верхняя область отображает температуру и уровень комфорта внутри помещения, а также индекс жары в виде нескольких уровней опасности. В средней области находятся часы, информация о фазе Луны, дне недели, а также ряд служебных индикаторов. Станция имеет возможность ежесуточной автоматической радиосинхронизации ее часов с эталоном из Франкфурта. Кроме функции будильника, станция позволяет настроить вам оповещение об определенных погодных условиях. Нижняя область указывает время восхода и захода солнца на текущие предстоящие сутки. Диапазон измерения влажности от 25 до 99%. Диапазон измерений наружной температуры составляет от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию, а внутренний от минус 5 до плюс 50. Также возможно представление ее по Фаренгейту. Станция фиксирует минимальные и максимальные значения температуры, влажности, давления с регистрацией их по времени и дате. С помощью кнопки History можно просмотреть все эти данные. Для управления станцией имеется 8 сенсорных кнопок, 7 на лицевой стороне и кнопка подсветка «Сон» на верхнем торце. Питание базовой станции осуществляется от блока питания либо 4 батарей типа AA. А питание беспроводного датчика от 2 батарей типа AA и входит в комплект поставки. Итак, рассмотрев данную станцию, можно рекомендовать ее тем, кто ищет оптимальное соотношение компактности и функциональности устройства с небольшим количеством внешних датчиков. При этом потребителю гарантируется предоставление максимально точной и качественной информации. Станция имеет отличную эргономику. Экран базового блока большой, с хорошими углами обзора. Информация, отображаемая им, наглядно, сбалансирована и легко читаема. С вами был технический обзор от лаборатории «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине!